Я стою на улице Коммунальной. Вон там видна Ворошилова. Я вот стою напротив этих вот домов двухэтажных старых. Там пятиэтажка впереди. А вот этот вот магазин здесь. Сейчас называется Корона. Не знаю, раньше, наверное, тоже тут был магазин. Вот тут такие вот дома. Старые еще эти. Каких годов, не знаю. Жители, наверное, кто тут жил, наверное, не знаю. Вот. Здесь я стою на остановке. Вот. Там вон тоже какое-то здание. Трехэтажное. Это вот Менделеева, там перекресток. Тут тоже вот дома. Здесь торгуют жители. Вот кто-то, может быть, знает, помнит этот дом. Кто-то, может быть, и жил здесь. Вот. Вот такой обзор здесь. Вы видели с вами.